Привет, всем, друзья! Хочу сказать, что в Америке всех детей приучают с детства продавать что-нибудь. И, в общем, короче, продажа — это жизнь. Маркетинг — это круто, это будущее. И расскажи, в Америке об этом говорят все, на каждом углу. Теперь, Лёша, немножко пару слов об этом расскажи. Я хочу вот эти все три. Что для этого нужно сделать? Для этого нужно... Продать что-нибудь из этого журнала. Сколько, чтобы один получить? Нужно, чтобы получить вот этого робота, например, нужно продать букву, какой-нибудь продукт, букву, где написано буква А, B, C, D, E. Сейчас. Дубль 2. Почему 2? Нормально. Это жизнь, друзья. Это жизнь. Просто сидим опять в пробке, ждем, когда Тима выпускать начнут из школы, нам очень скучно. Если это такой процесс длительный, знаете, тут куча народу сюда сейчас пока. Ну, собственно, вот. И мы ждем, когда будет 3.15, чтобы начали продвигаться машины. Вот образец того, что можно купить для того, чтобы берешь и заработал призы. Вот например, такой журнальчик купили, да? И тут вот указаны предметы, да? И указаны цены на это все. Видите, ставочки для выпечки, всякие вот такие штуки, что там еще тут, ну, всякие вот, в общем, да, тут сковородки с маликами. Поехали. Да. Движение началось, пока мы разговариваем, вот смотрите, вот так вкусненько, да? А вот здесь всякие сумочки, смотрите, всякие сумочки, все это можно купить, да, это написано цены. Вот такие, все продается, да? И это периодически раз в месяц у них дают какой-нибудь новый фандрейзер, это называется, как это называется, да, Лёш? Фандрейзер? Mm-hmm. А, Лёш? Да. Где написано название? Это вот призы. Призы такие роботы, да? Всякие очки виртуальной реальности, еще какие-то планеты, всякие тоже роботы. И самый главный приз, много-много всего надо продавать. И выиграть можно билет на космическую станцию. А там, еще причем, на какой-то виртуальной причем, ракете. Если ты, например, выигрываешь, например, вот этого робота, ты забираешь не только робота, а все вот это, что было раньше. Да ты что? Да. Все так серьезно? Да. Вау. Кому бы ты теперь все втюхать, да?